пацаны на вторую кроволовку подъехали. Вот, ребята, это все, конечно, очень опасно. Волна. Если только завернет все, это товарищи покойники. Смотри, что делает. Мы, конечно, не рискуем так. Ну и где-то метров шесть, волна немножко подупала. Метров шесть. Хочу вам просто рассказать, как мы на Дальнем Востоке трудимся, чтобы прокормить свои семьи. Смотрите. Вау. А как еще, друзья, жить? Плакать, конечно, не буду. Зарплаты мизерные. А жить надо. Поэтому выживаем чисто на морепродуктах, как говорится. Чтобы дети покушали. Да и это, в принципе, очень полезно. Вот мои товарищи. Вот. Сейчас поднимают еще одну кроволовку. Сейчас они подъедут, посмотрим, что они поймали. Волна так и бьет, смотрите. Около 6-5 метров. Была десяточка, стабильная. Но это на Охотском море, в принципе, как вам сказать, неудивительно. Но зато это прекрасная природа. Смотрите, что делает. Вау! Да ну нахуй! Хрен! Замочила ноги. Чаечки летают. Ничего, друзья, покажу вам еще рыбалку, если получится. В принципе, мы не первый день. Я вам еще раз повторюсь. Это съемочки у нас. Ну, как вам сказать. Будет несколько у меня, в принципе, фильмов по этому морю. По Охотскому. На котором мы находимся. Покажу, может быть, рыбалку, если нам позволит. Погода. Погода вообще ничего не позволяет. Идут дожди. Ехали ночью, вам не показал дорогу. В принципе, дороги нет вообще. Едем в пол, то есть по стекло, по УАЗик. У нас фермер. Да, вот джипы стоят. Они едут, в принципе, по стекло. У всех выведены, в принципе, трубы. Кто, в принципе, все это понимает. Смотрите, смотрите, волна. Убежал. Смотрите, что делается. Метров 5-6 волна. Но это еще очень слабо, друзья. Очень слабо. Бывает тут и по 10, и по 9 метров. Смотрите. Но это красиво, конечно. Когда на берегу, но не на воде. Ну вот. Пацаны приближаются к берегу, пытаются прорваться. Может быть они и проверят вот эту краболовку. Но я думаю, что не знаю, получится ли у них. Это очень тяжело в таких условиях рыбачить. Вот дядька со мной. Давайте, пацаны. Да. Попробую. Олег, давай вот так. Это очень тяжело. Куда, блядь? Стой, блядь! Уэлл! Пацаны, пытаются подойти вот к этой краболовке. Не знаю, как получится у них. Очень тяжело, конечно, ребят. А, блин, волна так бьет.
Но она стала гораздо меньше. Где-то метра всего 4-3. Хотел показать просто вам нашу жизнь, как она есть. Смотрите, это правда очень тяжело. Вот он взял. Сейчас он поднимает, друзья. Но это, блин, вообще очень тяжело. Волна морская. Что, друзья, ну, в принципе, как и везде. Но это очень опасно, очень опасно. Смотрите, что делают. Подъеду, покажу результат, конечно, их. Мы очканули, в принципе, поставить, да. Но, в принципе, наш товарищ Николаевский, вот. У них, в принципе, получается. Давайте посмотрим. Не знаю, друзья, как подойдут они. Но они почему-то не стали этот садок проверять. Может быть, не нахватили, может быть, что-то получилось не так. Вообще очень интересно. Посмотрите, что творится. Волна пекинская. Волна завораживает. Это обалденно. Почему они не подошли? Воды, бля! Ну, друзья, камбала. Обалденная. Вообще. Вот такие кравы. Смотрите. Смотрите. Охренеть. Красавцы. Нас это достала волна. Вот из-за этого ребята рвутся. Вот из-за этого улова. Там было травы. Красавцы вот такие вот. Смотрите. Вот они. Травы. Обалденные. Красивые. Я сейчас даже охуели. Блядь. Вот такие вот. Кушаем, друзья, шурпу. Сидим вот. Немножко. Пойдем порыбачить. Вам вообще хотел запечатлеть всю тему. Вот этот осман. Сейчас пойдем горбушу на него дергать. Обалденная тема. Нам на горбушу для чего? Нам штучек 5 надо. Для краба. А так вообще не нравится. Мои друзья решили такую тему. Ну, она где-то подупала немножко, метров, наверное, 3 сейчас. Волна. И решили поехать поставить краболовки. Вот это называется краболовка. Вот. Я, блядь, конечно, сомневаюсь, чтобы им так ехать. Смотрите. Мотор поставить надо. Вот на такой лодке вдвоем. Ну, я бы, например, не приехал бы. Это вообще ужас.
Смотрите. Волна. Вот это волна. И они пытаются поехать туда. У нас, конечно, еще 5 стоит рыболовов. Ну, блин, уже второй день. Мы не можем к ним подойти. Вот такие вот, друзья, у нас краболовочки. Страшно это все. Пипец, ребята. Вышли мои хлопцы. Вон они. Пробуют краболовки кинуть. Не знаю, все вот на берегу стоят. Холодно, где-то около градусов, наверное, плюс 5-6. Вот такое вот. На море. Смотрите, что творится. Еле вытолкнули. Короче, под этот вообще жоп, ну, не очень здорово. Самое главное, чтобы мотор завелся, пацанов. Ну, сейчас волна метра 3-4, не больше. Я метра 3. Смотрите. Ух ты. Ух. Смотрите. Полная попа. Ну, вопрос, что пацаны хоть выехали. Сейчас поехали к краболовке, посмотрим. Хочу вам, конечно, показать наших крабов, которых мы ловим. Ну, я, например, в такую хрень, ну, у меня что-то играет. Конечно, все это интересно. Вот пацаненок со мной, который выталкивал этих товарищей. Блин, это полное, ну, море вообще ни о чем. Ни о чем, ребят. Это очень страшно. Очень страшно, ребят. Туда вот уходит, да, вот видите, вторая лодка. Они, короче, там ловят окуни. Я, конечно, хочу этого поймать, но это очень страшно. Второй день рыбалочки. Вон и люди вышли, и море успокоилось. Вчера ели, поставили краболовки, еще не проверили, сейчас поедем проверять. Но я пойду сейчас попробую поймать горбушки на все же ту же блесну тасман на наживку, на краба. Вот на такую блесну. Я пойду попробую, покидаю. Сегодня хорошо. Дождя нету. Костерок у нас. Люди везде стоят. Там люди стоят. Пойду попробую, покидаю. Может, нахвачу. Парни собираются ставить дальше. А я уже пожал. И я, короче, иду по берегу. И вот такой крабик небольшой, маленький, говорит, что песчаник. Я не знаю. Песчаник или волосатик? Вот такой волосатик или песчаник. Красивый такой. Поедем сейчас. Опа. Не понял нас. Еще один замоторим. 5 штук еще у нас ловушек. Крабовских. Там крабик какой. Красавчик. По берегу шел, нашел его. Отпустим сейчас его. Он наш стан, наша банда идет. Вот, друзья, мои ребята поехали проверять. Скинулись ко мне. Сегодня волна поменьше, хорошо. Вот они сейчас поедут, у нас две краболовочки стоят.
проверят. Покажу, что поймается. Те хорошие краболовки у нас, они там может быть все что угодно. И не только крабы. И камбала, и какая-нибудь рыбка. Хочу порыбачить на удочку, но не знаю. Смотрите, как заворачивает. Опять начало потихоньку подворачивать. Вот они сейчас начинают бросать потихоньку. Вот эти вот краболовки, их надо проверять часто. Ну, где-то раз в час. Ох, красота какая. Лепота. Чаечки, природа вообще изумительная. Вот сегодня немножко просветы у нас. Посмотрите. Красотища просто. Ох, лепота. Ну вот эти вот ребята, они рыбачили. Тоже ставили краболовки, плюс они рыбачили на удочке. Там вот ребята рыбачат на удочку, ловят камбалу. Ну и всякую какую рыбку попадется. Вот, друзья, они проверились. Не знаю, что поймали. Если, конечно, поймали что-нибудь. Едут обратно. Всю ночь простояла у нас краболовочка. Не могу сказать, что у них там. Подъеду, покажу вам. Вот, друзья, снасть, которую рыбачат в море. Приготовленная, все сделанная. В принципе, вот на нее камбала ловится. Что еще ловится на нее? Навага. Можно окунь. Такую вот ловить. Окунь морской. Вот такая вот снасть. Ребята вот рыбачили. На такую снасть они, в принципе, поймали 4 кубика уже. Вот такая снасть. Решила, друзья, порыбачить на закидушку. Вообще простая, как по-старому мы делали, но только с очень толстой леской. Да, простая деревяшечка, 2 крючочка и сама. Сейчас попробую я порыбачить на море, покидать туда вот. Потому что нерв подходит рядышком. Видать, может быть, есть рыбка. Давайте посмотрим все это дело. Пацаны мои опять выехали на краболовке, опять смотрят. Все покажем, друзья, вам. Блин, рыбалка просто огонь. Вообще море, красота. Сегодня поменьше, штормит вообще. Сегодня, можно сказать, нет волны. Это для нас не волна. Это так, в принципе, балуется море. Вон там вот стоит буй, там кто-то поставил сетки. Дать тоже краба ловят, либо как, но это, конечно, незаконно. Лучше ловить на краболовочке. Это, в принципе, в день ты можешь брать по закону одного краба на человека. У нас 4 человека, мы можем 4 краба свободно брать. Плюс мы можем порыбачить на навагу, на, как говорится, на всякую рыбку морскую. Давайте буду вам показывать, если есть желание, смотрите. В принципе, очень удивительные места, красивейшие. Вот краболовочка одна стоит. Но это маленькая краболовка. Есть гораздо больше, очень большие краболовочки. Ну, в принципе, на этом съемочку пока приостановлю, закину закидушки. Будем сидеть с вами, смотреть, наблюдать. Едут мои братишки. Сейчас подъезжают. Буду их принимать. Ну вот, друзья, съездили у меня товарищи. Смотрите, сколько камбалы на удочку поймали. А краба почему-то нет. И ой, вот смотри. Такого, смотрите, бычка. Ёканый бабай. Это не бычок, это бекон. Бля, смотрите, ребят. Это вообще, ну весь пиявка. Стоит, что ли, он? И два или три штуки, да, там оставили? Это я не знаю. Это громадный бычок. Посмотрите. И вот камбала, друзья. Хорошая камбала. Ну, в принципе, пожарить обалденно. Смотрите, какая. Славика, блядь. Красавица. Раздербанил, вытаскивал, блядь. Обалденно. Раз,
друзья, сколько на нем, на бычке, присосались пиявки. Но кроме пиявок, смотрите, какие паразиты у него в жабрах. Это глисты. Не знаю почему, но почему-то такой вот штук. Саня, ну подожди ты! Да чего ждать, блин? Подожди. Вот а что его палишь? Короче, спороли мы его в печени. Посмотрите, сколько глистов. Вообще. Весь глистастый. Весь глистастый. Бэкл хороший, здоровый, но весь глистастый. Они все такие. Блин. Ну, пойдет у нас на наживку. Какую на наживку? Я домой его заберу. Домой? А что ты с него делать будешь? Пожарим, да и все. Вот Саша решил его взять домой. Не знаю, я бы не стал такого брать. Ой, блядь, а киту ты берешь? Она тоже загибнутая. Смотрите. Ну, волна немножко поменьше, но все равно. Бьет здорово, друзья. Рыбачим. Слава уводит. Привет, привет. Вот такое лицо. Слава. Смотрите, это камбала. Красавица, молодец. Молодец, Славка. Рыбачим мы на простую нарезочку. Простая рыбка нарезанная. С той же камбалы. Посмотрите, какая красавица. Красота. О, сковородочная. Да. Это обалдеть, ребята.